Наш общий друг по кличке Бонифаций пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам 17, свалять несложно в жизни дурака. Он и не хотел командовать и строить, боеготовность не желал крепить. Искал друзей, чтобы было ровно трое, потом искали, где б ее купить. Но закален в сражениях картежных, он мог не спать 3 ночи и 3 дня. Немало баб в любви неосторожных чуть не сгорели от его огня. В РВСН такая дисциплина, любому впору ноги протянуть. А в голове то Оленьки, то Нины, пить или не пить, ударить или поснуть. А ну ударь, а ну-ка вдарь попробуй, а то матерись машинным языком. Гори огнем и служба, и учеба, мы с Бонькой здесь, а третьего найдем. Наш общий друг по кличке Бонифаций пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам 17, свалять несложно в жизни дурака.